Всем привет, дорогие зрители! Приехал в район Махмутлар, нашел двухкомнатную квартирку под ключ на третьем этаже этого проекта, который называется Sonos VIP. Значит, проект находится около улицы Ататюрка. Вот такое здание, которое было сдано в 2018-2019 годах. Под зданием у нас Market BIM. Тут есть овощные маркет впереди. Вот это улица Ататюрка. Расстояние отсюда до моря, вот там море, 590 метров максимум. Если здание посчитать, то вы можете определить. Каждое здание где-то 50 метров, 40-50 метров. Входим в резиденцию. Резиденция с инфраструктурой. Цена квартиры очень хорошая, которую я скажу в конце ролика. Вот здесь детская игровая площадка, есть открытая парковка. Тут у нас вход к открытому бассейну. Вот такой бассейн, есть и горочка. Там зона пикника, видите, барбекю, беседочка, зона отдыха. Зонтики, шезлонги, все есть. Даже есть бананчики. Не буду время тратить на банан. В резиденции у нас есть фитнес, сауна, хамам. Спустимся. Есть тут два лифта. Вот написано фитнес, хамам и сауна. Два лифта, одна тут и одна в той стороне. Айдат здесь 230 лет. Такой лифт. Спустимся на нижний этаж. Там инфраструктура. Спустились. Тут у нас фитнес зал. И есть теннисный стол. Сауна тут есть, но там, так как света нету, я не буду снимать. И хамам. Хамам очень просторный. Сауна, вместимость. Вот сауна здесь, в этой стороне. Вот там сауна. И в правой стороне у нас... вот свет отключился. И там хамам. Выйдем отсюда. Вот. Все, поднимемся на третий этаж. Вот такой лифт. Поднялись. У нас на этаже 1, 2, 3, 4, 5, 6 квартир. Здесь лестничная площадка. Здесь пожарная лестница. И вот наша квартирка посередине. Тут открываем двери. И входим в квартиру. Вот такая квартирка. Сразу входим в гостиную, которая совмещена с кухней. Здесь у нас встроенный шкаф. Так, покажем гостиную. Гостиная с кухней. У нас бытовая техника. Посудомойка Finlux. Hover. У нас индукционная плита. Westfrost вытяжка. И духовка тоже Westfrost. Холодильник Finlux. Финляндская компания. Кондиционер Daimler Bökin. Тоже качественная фирма турецкая. Выйду я на балкон показать вид, а потом покажу спальню. Вот такой балкон. Это как четвертый этаж. Вид на горы. Этот вид у вас никогда не закроется. Так как там мраморный цех. И здесь банановые что-то плантации, кажется, другие. Сеточки стоят. Вот вид на гору у вас всегда останется. Здесь северо-западная сторона. Балконная мебель. Шумоизоляция хорошая. Вот, все, шума нету. Здесь у нас санузел просторный, не маленький вот такой.
Стиральная машинка тоже Finlux. И спальня. Такая спальня. Квадрат метра здесь нетто 50. С балконом вместе 50-52. Брутто считается где-то 60 квадратных метров. Спальня просторная. Здесь где-то есть 14-15 квадратных метров. Тоже есть кондиционер фирмы Daimler Duetun. Платяной шкаф. Так. Еще так покажу. Дорогие зрители, квартирка под ключ. Можно докупить аксессуары. Здесь еще телевизор есть. Пардон. Вот телевизор Telefox. Не знаю такую фирму. Только увидел вместе с вами. Цена этой квартиры 55 250 евро. Маленькая скидка. Не 250 евро скидка, а 50 евро скидка. Так что звоните, если вам понравилась эта квартира. Проект называется Sonus VIP. Так что VIP проект от застройщика Topchill Group. Расстояние отсюда до моря максимум 590 метров. До воды, Средиземного моря. Я не говорю до дороги. Порой путают. До воды. Все, с вами был мистер Мачо Агаси из солнечного района Махмутла. Всем радости желаю в жизни. Пока-пока.